Я никогда не была в этом магазине Dells. Сейчас тут еще и распродажа, 50% выбранные продукты. Пойдем посмотрим, что там. И да, я так понимаю, что это, скорее всего, заграничные товары здесь. Но, к сожалению, наверное, поснимать мне не получится и порассказывать, что я вижу, потому что здесь очень громко играет музыка. Ребята, в общем, в данном магазине большой ассортимент товаров, таких как уходовая косметика, различные батарейки, аккумуляторы. Бытовая химия, гигиенические средства. На многие позиции товаров есть скидки на данный момент. Знаменитая паста с ТикТока. Не знаю, сколько стоит она в Росмане, но здесь она стоит 8 злотых, и я решила ее взять. Кстати, очень хорошая паста зубная. Даже увидела здесь термометр за 6 злотых. Всякие разные штучки для макияжа, ресницы, кисти, спонжи, пеленки для собачек маленьких. И они есть разные упаковки. Маленькие по 7 злотых, упаковки большие, далее будут стоять упаковки. Много различной продукции для праздников, дней рождений, шарики, хлопушки. Есть посуда, пластиковые контейнеры. А еще в этом магазине очень много сладостей. Также для любителей вязать можно приобрести пряжу. Ассортимент, кстати, очень даже неплохой. Для школьников здесь тоже есть из чего выбрать. Краски, карандаши, ластики, ручки. Вот большая упаковка пеленок для собачек 14 злотых стоит за 25 штук. Много различных тетрадей, пластиковые контейнеры, органайзеры. Есть отдел для любителей музыки, электроники. Это какие-то сухарики. Здесь в этом отделе есть наушники. Где я смотрю, сколько стоит кондиционер, сколько стоит гель для стирки. Ну и вот... уже показываю непосредственно отдел с электроникой. Лампы различные для ТикТока, держатели, чего только нет. А эта штучка, я так и не поняла до конца, для чего она с короной. Еще много-много различных дисков. И маленький отделчик с книжками. Также можно здесь приобрести товары для ремонта, есть различные кисти, зажимы, замки, ключи, пистолет силиконовый. В общем, что-то да найти для себя можно в этом магазине однозначно. Еще есть зоотдел, различные корма для собачек, кошечек, консервы, сухой корм, всякие разные вкусняшки.
конечно же, мыски, игрушки, дралки. В общем, для животных тоже можно что-то выбрать. Есть товары для сада-огорода, различные лампочки. Также для автомобилей, жидкости, омыватели, спреи, тряпочки, фонарики. Еще я здесь увидела пылесос для автомобиля. Стоит всего лишь 40 злотых. Не знаю, насколько он качественный. Но цена довольно-таки недорогая. Главное, чтобы он хорошо справлялся со своей функцией. И хорошо можно было им пропылесосить салон автомобиля. Ну, естественно, велосипедные замки тоже присутствуют. Различные чехлы на велосипеды. Это какие-то соки. Мивина. В общем, чего тут только нет в этом магазине. Можно найти все. И посуда здесь, кстати, тоже присутствует. Также присутствует все для уборки. Имеется в виду различные мопы, швабры. Много бытовой химии, как я уже ранее говорила. Для посудомоек всякие различные средства. Есть отдельно товары, которые по акции стоят. Это отдел с посудой. Здесь много различных форм, кастрюль, сковородок. Ну и дальше пошел отдел, это все сладости. Там различные желейки, желейные мишки, ММДМсы, печенье тук-тук, много чая, кофе, различные какие-то кексы, бисквиты. Ну, для сладкоежек тут, я думаю, можно что-то найти. Большой стеллаж с орехами и сухофруктами. Чипсы, газировка. И также принадлежности для сада-огорода. Я, кстати, приобрела маленькую лопаточку всего лишь за 3 злотых. Концовка видео куда-то у меня пропала. Всем приятного просмотра. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк.